15-й юбилейный фестиваль цветов в этом году пройдет масштабно, сразу на трех площадках. На улице Куйбышева, начиная с 13 часов, гостей ждет яркое карнавальное шествие. Проедут украшенные цветами ретро-автомобили. В этот раз фестиваль посвящен году театра. В соответствующей тематике оформит и территорию Струковского сада. Композиция Стопиана, фигуры Лиры. Лира выполнена из такого бронзового цвета, из металла. Вокруг этой лиры будут цветы, будет подход, чтобы люди могли там сфотографироваться. Цветы мы выращивали сами в своей оранжерее. У нас будет фотозона кареты, которую мы тоже украсим живыми цветами. Вот. Будет очень много всего интересного. Качели. В Струковском саду с 13 часов откроются более 30 тематических площадок. Самарцы смогут более подробно узнать об истории старейшего парка города. История Струковского сада, воспоминания, заметки, проза, стихи, расскажет Петрушевский, Волжиной, заметки из газет. Выйдет даже городской вестник, который весело будет раздаваться на территории Струковского сада, именно по объявлениям, которые мы нашли в архивах Самары. Также запланирована работа выставок «Старая Самара», «Городская усадьба», «Самара купеческая», «Революционная Самара», «Стиляги», «Цирк Шапито». Профессиональные флористы покажут последние тенденции в создании букетов. С лекцией для самарцев в Струковском парке выступит историк моды Александр Васильев. Он познакомит слушателей с тенденциями моды нескольких веков. На концертных площадках выступят лучшие творческие коллективы города в программе и выступления духового оркестра. Выступление духового оркестра, конечно, со знаменитым исполнением сопок Манчжурии. Именно там состоялось, в Струковском саду, первое исполнение этого знаменитого произведения Шатрова со своей музыкальной программой. В этом году на фестивале планируют представить первый тактильный сад. Его адаптировали для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Она будет разделена на тематические зоны. То есть там будет и овощной огород, и аптекарский огород, и луговые травы, цветочные композиции, хвойный ракарий. И все эти растения можно будет потрогать. Традиционная выставка-продажа пройдет на набережной. В этом году заявки на участие подали более 250 человек. Вечером в Струковском откроется танцплощадка. Самарцам предлагают вспомнить дискотеки 80-х и 90-х годов, которые проходили здесь регулярно. Завершится юбилейный фестиваль красочным фейерверком. Он начнется в 22 часа в акватории Волги на участке от Льва Толстого до Красноармейской. Организаторы большого праздника обращаются к самарцам с просьбой не разрушать цветочные композиции, не ломать дизайнерские скульптуры и не выкапывать цветы, чтобы вся красота, в которую вложено много труда, радовала самарцев на протяжении всей следующей недели. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.